Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 178 сантиметров, вес 70,7 килограммов. За его плечами одна профессиональная победа. Представляет клуб «Терещенко Тим» из Белгорода, Россия, Артем Хавкин. Его соперник в красном углу, ему 21 год, при росте 183 сантиметра, его вес составляет 70,5 килограммов. Это профессиональный дебют спортсмена, представляющего клуб «Беркут» из Грозного, Россия, Супьян Бабуга. Рефери в ринге Герихан Шибилов. Бойцы на середине. Правила знаем, не нарушаем. В течение всего боя слушаем мои команды. Команда «Стоп», останавливаем все действия. Пожали руки. Удачи. По углам. Итак, все формальности соблюдены. Ждем стартового гонга. И ждем, как любит говорить наш один коллега, зарубы. Заруба действительно ожидается у нас сегодня. И начинается стартовый поединок, уважаемые друзья. Артем Харкин, Белгород, против Супьяна Бабугова. Грозная Чеченская Республика, как представили этого файтера. В стойке левши действует Бабугов. И мы видим, что он превосходит соперника в антропометрии на 5 сантиметров выше. И, вероятнее, длиннее конечности у него. Хотя не всегда так бывает. Бывает, что более низкий боец с более длинными конечностями. Вот, пожалуйста, идет вперед Харкин. Донес пару ударов и приводит соперника в партер. Очень агрессивно и активно начинает Харкин. Вяжет его изо всех сил Бабугов. Пытается спастись и восстановиться, потому что пропустил целую серию очень тяжелых и опасных ударов. И Харкин продолжает атаковать. Еще пару раз он настиг цель. Ну и сам Бабугов имел возможность встретить соперника, наказать его за такую смелую вылазку. Но больше думал о защите боец из Чеченской Республики. Поэтому контратака не прошла в данном случае. И благодаря этому, сблизившись с соперником, Харкин перевел его в партер. И пока что вот начинается у нас такая вязкая борьба. Продолжается она и поднимает рефери бойцов на ногу. Герихан Шипилов не стал. Хороший middle kick. Подхватывает ногу Харкин. Но не удается ему перевести соперника в партер. На выходе еще до этого засыпил. Смело попадает. И сам навстречу пропускает. Вот это да. Очень яркое начало турнира. И справа жесткий удар настигает Бабугова. Харкин пытается добить, но тут же рискует попасться на болевой. Да, пытается скручивание пятки произвести Бабугов, но пока он далек от этого, потому что под постоянным шквалом атак Харкина находится Супьян. И уже оттягивается. Плотно такой удар наносит Харкин. Ну, в глазах Бабугова не видно такой сильной уж растерянности. Вроде восстановился. Но при этом, конечно, очень неприятные удары пропустил. Да, очень неприятные удары. И, конечно же, Бабугов сейчас, на самом деле, он не совсем до конца понимает, как ему действовать. Ну и, конечно, здесь нужно проявлять характер именно в таких критических ситуациях. И дает о себе знать бойцовский дух, есть ли он или его нет. Как мы видим, у Бабугова он есть. Еще один middle kick. Но при этом руки опущены. И навстречу есть возможность атаковать у Харкина. У Харкина также опущены руки. Уже подустали спортсмены, оно и понятно. Выбросили практически все, что у них было. И навстречу, посмотрите, как действует Бабугов. Все-таки наказал он за эту, так сказать, откровенную вылазку. Попытка болевого от Харкина. И сколько же технических действий мы видим со стороны как одного, так и второго спортсмена. Желание, конечно, не занимать бойцам. Хотят они проявить себя максимально
дебютном поединке этой организации. А так, напомним, что за плечами Харкина уже имеется профессиональный опыт. Одна победа у него в ММА. Активнее верхний. Ну и здесь, конечно же, призывает рефери Гирихан Шипилов к действиям как раз-таки Супьяна Бабугова. Он занимает доминирующую позицию, находится в гарде у соперника. Призывает рефери быть активнее, вот добивающие удары, молотки со стороны Бабугова. Начинает его опять-таки вязать Харкин. Тут уже аналогичная ситуация, только вот наоборот, да, что было в начале раунда. Более доминирующая позиция оказывается на боец Куба Беркут. Да, действительно. Встал Харкин. На выходе хороший апперкот, но тут же пропускает ответный удар Харкин. Да, правый боковой был. Вот это удар! Жесткий нокдаун Бабугова. И будет ли добивание, успеет ли он добить соперника до конца этого раунда? Даже меньше времени, продолжает активно расстреливать соперника Бабугов. Спасается в этом клинче Харкин. Ну и попытка удушающего, я думаю, сейчас будет гонг. Да, времени уже. Первый раунд завершится. Вот это раунд, уважаемые друзья. Действительно так, тон задали бы. 5 минут были очень, крайне интересными. Ну и Харкин, конечно, тоже молодцом. Проявил себя тоже. И в некоторых ситуациях даже был близок он к досрочной победе. В общем, раунд просто невероятный мы с вами увидели, уважаемые друзья. Надеемся на продолжение. Будем ждать такого же продолжения именно от бойцов. Ну и, по крайней мере, вот так вот визуально кажется, что способны они еще в близком к этому темпу продолжать работать. Как минимум еще несколько минут. И продолжает рисковать Харкин. Ноги остаются сзади. И вот сейчас слева неплохо попадает. Бабуга, вот посмотрите, ноги остаются сзади, идет вперед. Харкин лоу-кики пробивает, но очень опасно. Может встретить его соперник. И при этом вот советуют поднять ему руки. Колено с дистанции попытался донести до цели Бабугов, но не прочувствовал немного дистанцию. И попытка тейкдауна неудачная со стороны Харкина. Хорошая Бабугова. Продолжает атаковать уже в сетке соперника. Комбинация выстреливает Бабугов. Колени уже безответно работает практически Бабугов. В глухую оборону уходит Харкин. Подустал, конечно, боец из Белгорода. И повезло ему, конечно, что большинство ударов все-таки в блок пришлись. И сам огрызается, да. Они, конечно же, определенный ущерб нанесли. Сам огрызнулся Харкин, правый через руку донес до цели. Но нет, конечно, уже той мощи, которая была в первом раунде. И посмотрите, какие покраснения в области туловища, в области печени у Харкина. И из последних сил он пытается быть конкурентным в этом бою. Но тяжело, конечно, тяжело. Вот эти вот мидл-кики в первом раунде, конечно, дали о себе знать. И сейчас гард забирается. Маунт, конечно, забирается Бабугов. Расстреливал локтями, теперь размашистые удары. И продолжает атаковать боец Беркута. Ну, локтями все практически все вдруг. Отдает спину. И попытка удушающего приема со стороны Бабугова. Чистый захват берет он. И тяжело, конечно, будет выбраться. Все, все. Есть у нас первый финиш и первый победитель. В середине второго раунда одерживает победу в дебютном для себя поединке на профессиональной арене Супьян Бабугов. В этом поединке победу на второй минуте 17 секунды второго раунда удушающим приемом победу одержал боец синего угла, красного, Супьян Бабуга. И поздравляем. Амин, амин. Ну и поздравляю с днем рождения свою маму. Слова поздравления Супьян своей маме Бабугов. В день рождения. Хороший подарок. Супьяна Бабугова. Действительно. Порадовал Супьян Бабугов и болельщиков. Дорогие друзья, мы продолжаем. И на очереди очередной трехраундовый рейтинговый поединок в наилегчайшем весе.
И в синий угол приглашается боец из Узбекистана. Встречайте, Максатжан Юсупов!